Приветствую вас, друзья! Вы на моем канале о машинах с Федором Ягудиным. Все здесь? Все сосредоточились? Поговорим о важном. BMW 8 серии. Новая восьмерка BMW. И есть плохие новости. Она гораздо хуже, чем тот концепт, который я видел 2 года назад во Франкфурте. И я бы уволил тех людей, кто с ней проделал путь от концепта до серийной машины. Хотя, есть и хорошая новость. Видите этот автомобиль? Примерно в 80% случаев он стоит дороже вашей квартиры, дорогой зритель. И компании BMW его надо продавать в условиях очень сильных конкурентов. Да, восьмерка – это понты, совсем не дешевые. Хотя она может быть экономнее конкурентов. Или вы знаете здоровенный GT весом 1905 кг, который имеет более 320 сил, 680 ньютон-метров тяги, разгоняется до 100 менее 5 секунд и при этом на круизе может есть меньше 6 литров на сотню, поэтому будет несколько разборов полетов. И спасибо дилеру BMW, Рольфу на 85-м километре МКАДа, у которого лучшие предложения в России на BMW, за то, что не боятся давать мне машины на тесты. Так вот, вживую машина гораздо лучше, чем кажется на фото. По-моему, она даже красивая. А если сесть за руль, то, похоже, я дал бы шанс этим парням из BMW впечатлить меня на фоне других купе класса GT. Потому что машина продается, либо нет. Если нет, то тех болванов, которые не могут понять, что нужно, чтобы продавать машину в этом классе, пора давно вытолкнуть коленом под зад. И многие ждали продолжения Е31, как и мой друг, мастер спорта по кольцевым гонкам и вице-чемпион РСКГ Ефим Гантмахер, который был фанатом 8 серии. Совершенно внезапно сидел дома, пил кофе, звонит мне мой друг Федя, говорит: «Чувак, у меня есть бэха восьмерка». Я думаю, твою мать, я же о ней мечтал, 31-й кузов. Думаю, офигеть, Федя, я бегу. Говорю, что за восьмерка? Он говорит, 8.40. Я думаю, хрен с ним, 4-литровый V8, M62, говна кусок. Пофигу, это же восьмерка, а он привозит вот это. Серьезно? Она дизельная. И знаете что? Она-то охренительная. Что, стало интересно? Тогда поехали. Про этого человека, который находится за рулем, говорят, что он спит вниз головой и вверх ногами. Кто-то говорит, что он живет в коробке из-под холодильника, а кто-то говорит, что ест сырое мясо, чтобы побеждать так, как он это делает, и быть настолько быстрым на треке. Да. Я уже третий раз на твоем канале рассказываю, что да, черт возьми, я фанат BMW, я бывший владелец семерки в 32-м кузове. И как любой владелец семерки в 32-м кузове, для меня существовало в жизни только два авторитета. Это 750 и 850. Ну, на крайняк 840, но это так, это если не нашелся 850. У нас, кстати, 840. Ты предвосхищаешь события. И вот, значит, в прошлый раз мы с тобой сидели за рулем, ну, я сидел за рулем, а иногда и не за рулем, 7-й серии, которая совершенно отвратительно выглядит. Ну, то есть ты считаешь, конечно, иначе, но вот, но выглядела она отвратительно. И я, наконец, в какой-то веке заказался... Как очень хреновый Rolls-Royce она выглядит. И вот мы оказались в восьмерке. 840-й. Да, вот она ирония. 840, еще и дизель. Да. Как, опять же, вспоминая 32-й кузов, на котором не было дизеля. 31-й кузов, само собой, никакого дизеля. Дизельный Гран-Туризмо. Ну, это же бред. Ассоциация с дизелем какая? Тарахтящий, дымящий Volkswagen, разгоняющийся до сотни за 15 секунд. Потом все остальные подтянулись. А потом BMW стали делать дизельные машины. И мир и поменялся, потому что они ничего не едят. А еще здесь нету вибрации, здесь нет грохота, треска, шума. И здесь очень-очень много моментов под правой ногой, которые мы не можем реализовать из-за пробок. А теперь вспоминаем, да, Федя у нас ругал за что машину? Восьмерка была старая платформа, да. Нет, на самом деле восьмерки была действительно похожая платформа на 32-ю. Ну, вот. У нее своя подвеска сзади была. Да, там была. С подруливанием. Я, кстати, тоже подруливание. О которой мечтал любой владелец 7 серии. А самый главный понт 8 серии для владельца 7-ки, знаешь, какой был? Какой? Коробка от 850-й. Да. Потому что можно было прихреначить механику на 750 и просто уничтожать все живое. Вообще пулять, да. А еще если туда воткнуть. Туда можно, к этому V12 можно было прикрутить две турбины, снять с него очень много лошадиных сил, и при запуске он будет сжирать столько же, сколько эта машина на 100 километров. Да. В итоге, ребята, это не 7-я серия, это
Восьмая. Помните, да, бесславные ублюдки, вот так вот надо показывать, чтобы вас не спалили, что вы не немец. Это восьмая серия, поэтому качаем мускулы, изображаем из себя настоящих атлетов и шарашим на все деньги до наших 60 км в час, потому что в городе все равно больше не разогнаться. Комфортный режим, тихо, стелет, замечательно. Это машина, как мне кажется, для того, чтобы покрывать очень большие расстояния, потому что расход топлива заявленный очень небольшой, насколько я помню. Короче, ее иногда надо заправлять. Заправлять ее дизелем, потому что это все-таки 840D. Я тебе этого никогда не прощу. Я буду говорить это до конца своих дней. Слушай, а если мы стартанем с тобой, например, из Краснодара до Владивостока, такой пробег нормальный? Ну, думаю, пару раз заправиться придется. Вот, потому что все равно часть маршрута нас будут переносить медведи на руках через все невзгоды и перипетии российских дорог. Вот. Но самое главное – это чувство движения, и при этом ты не чувствуешь себя водителем трактора. Мотор не тарахтит, только если окна открыть и ехать в тоннели, можно услышать легкое стрекотание дизельного двигателя. В остальном ты слышишь звук породистого, хорошего, большого двигателя. Я вот честно, вот я... Человек, который занимается автоспортом, спутал его с V8. Две турбины, рядная шестерка, 300 с хреном лошадиных сил, гора крутящего момента. И вот эти вот сколько-то там тонн веса ускоряются так, что глаза прилипают к затылку. Очень круто. Восьмерку безумно красивую, она чертовски красивую гоночную восьмерку ты видел, да, которая лимановская, да, да, она же бомба. Просто невероятная какая-то, просто офигенная, потому что шестерка была откровенно страшная, да. В гоночной версии это был какой-то кошмар на четырех колесах, а восьмерка GTE просто космос, это просто сумасшедшая штука. И в общем, если честно чем эта машина, только кольцевая ее версия, про которую мы уже говорили, что это просто пушка, как она выглядит. И гражданская, кстати, не так впечатляет. Конечно же, не хватает вот этих вот, да, вот это вот, вот восьмой серии должна быть с слепыми фарами. Это глупости, конечно, я говорю, но все равно прикольно было бы. В общем, немного волшебства, и камера зависает в воздухе. Так, что ты там мне не простишь, что я тебе не привез Е31? Потому что она дизельная. Блин, не, ну а что я могу сделать, если мне дали только дизельное? Друзья мои, вы заметьте, Ефим ее хвалил. Это вот у меня было много претензий к восьмерке, это я говорил про то, что восьмерка, это на самом деле ребрендинг шестерки. Теперь можешь попросить у нее прощения. Да, прости меня, пожалуйста, восьмерка, потому что, блин, я смотрел обзоры, которые выпустили там с М850i, и я думал, блин, их всех купили. Короче, я не прав. Реально, тачка очень крутая. Она круто едет, мягко действительно. И она крутит жопой, короче. Блин, как-то... Ну, это так, да. Она как вот про сноуборд, вот это вот все так и есть. Это совершенно фантастический эффект производит подруливающая задняя подвеска. На шестерке такого не было, здесь есть. И машина управляется просто феноменально, благодаря тому, что колеса подруливают либо в противоположную сторону передним колесом, если это какая-то небольшая скорость, и... параллельно передним колесам, если это перестроение. В общем, эффект шикарный, очень круто. Вот просто это то, что вот на чем стоит сакцентировать внимание после поездки за рулем. Точно, это очень странное ощущение. Она вертлявая такая, кажется, да. Кажется вертлявая, но при этом она реально длинная, она реально большая. Ты ждешь, что будет небезопасно, а она при этом, при всей своей вертлявости, даже никакого намека ни на срыв, ни на занос, ни на что. Она просто берет и как будто, знаешь, слалом на горнолыжном склоне есть. Вот, ломп. Очень, очень классное ощущение. Машина внешне тоже вживую смотрится очень интересно. Хотя
На мой взгляд, все равно концепт, который я видел во Франкфурте, он реально был круче. Там было больше страсти и харизмы. А я думал, ты сейчас скажешь, там были больше ноздри, как ты любишь. Как в семерке. Не, ну в семерке эти ноздри большие, я не перестану это повторять, смотрится круто, гармонично, как решетка у Роллс-Ройса. Вот он сейчас будет говорить, что это все говно. Да. Ну а как мне спорить с человеком, который спит вниз головой, вверх ногами, живет в коробке из-под холодильника, ест замороженное мясо и всех урабатывает на треке? Ну, именно поэтому, это правда. Ты о ком сегодня говоришь, я не пойму. Я слышал, мне говорили. Я не скажу кто, но мне несколько человек уже об этом говорили. Не верьте слухам, подписывайтесь и ставьте лайк. Ставьте лайк, да, если вам что-то не понравилось, всегда можете поставить дизлайк. Но лучше не надо, да, лайки. И комментарии пишите, нравится ли вам восьмерка. Кстати, про цвет. Это намного лучше, чем было с BMW 7 серии, потому что вот тот ужасный абсолютно серый цвет, который не шел в семерке, и про него забываем. И видим вот этот чуть более темный вариант. Глубокий, красивый, породистый, простите за слово. Хороший вариант. А здесь сзади прям какой-то Optimus Prime. Просто посмотрите на этот вид сзади. Ну это реально какой-то Voltron, я даже думаю, а не Optimus Prime. Что вы сделали? Ты знаешь, до этого момента она была хороша, но я не видел ее сзади. Короче, задом есть какой-то перегруз легкий. Вот, а вот эти бока смотрятся круто. То есть в стиле Aston Martin. И мне кажется, что даже круче, чем у Aston Martin. Кстати, я видел такую фишку сегодня на ней. Как можно убрать кресло. Здесь очень стильно сделали. И здесь вот такой кожаный ремешок, который дергаешь, и оно начинает съезжать. И раз уж мы заговорили про салон, давайте сюда окунемся, хотел сказать. Новая машина. Красивая, замечательная. Никакого перегруза по кнопочкам нету, потому что если мы вспомним любую другую модель BMW, здесь будет 29 кнопок, здесь будет 48 кнопок, и на руле еще примерно 126. В восьмерке их стало чуть-чуть поменьше. По аналогии с другим моим любимым автомобилем класса GT, Lexus LC500, восьмерка такая. Она для того, чтобы ехать далеко, степенно, не переживать ни о чем и не нажимать лишних кнопок, потому что тысячи никаких-то там дурацких режимов, они никому не нужны. Здесь нужно просто ехать. И в этом плане все располагает. Особый понт – это вот этот вот огроменный кристалл Сваровский. Да. Как бы это, конечно, пафосно, понтово, круто. Но там внутри нарисована циферка 8, которую очень трудно прочитать. То есть под некоторыми углами их 4 штуки, а под некоторыми углами это вообще похоже на аудишное R8. А ты объясни мне, почему в... И тут, кстати, очень приятная кожа. Да, при такой очень приятной коже, почему такой дешманский потолок? Блин, вот странная комплектация у машины. Обычно вот такие комплектации идут уже с Алькантара, а здесь какая-то тряпка, я тоже обратил на это внимание. Поэтому, друзья, и еще одно. Подожди. Вот здесь вот. Пошла жара! Электрорегулировки всего. На двери блок памяти. Там два положения можно запомнить. BMW 8 серии. Вершина модельного ряда. Смотрите внимательно. Я руками это делаю. Никакого электропривода. Классика. Еще сюда можно закинуть Classic. Моторолку или Nokia. Прямо есть у кого Nokia 3310, но очень нужна. Ну вот, друзья, на самом деле интерьер весьма неплохой получился. Да? Мы в целом же... парень неплохой, только ты глухой. Да. Красивая, в общем, тачка вышла. А, кстати, у нее шикарная шумоизоляция. Вот что я хотел сказать. Шумоизоляция хороша, да. И плавность хода. Да. То вот эта вот черная ерунда, она, конечно, смотрится красиво, но видите, она уже заляпана. И она будет заляпываться. Это минус. Потом, сразу смотрите, какой минус. Ручка выглядит шикарно, да? Но тыльная сторона, пластик, вот, это минус. В целом, в остальном, салон очень плотно собран, все красиво, качественно. И на этом автомобиле надо ездить вдвоем. Да, третьему человеку здесь места нету, если человек больше 168 сантиметров ростом. Поэтому, если вы хотите в Сочи взять с собой троих красивых девчонок, нужно выбирать девочек поменьше. Поэтому, друзья мои, в S-купе сзади места однозначно больше. Ну и салон смотрится побогаче, хотя качество сборки лучше именно у салона 8 серии. Как, на мой взгляд, и качество материалов. Хотите верьте, хотите нет. Можете сами приехать, проверить, посмотреть. Вот металл. Руль только надо поменять, потому что руль, честно говоря, блин, подкачал в этом поколении, и предыдущий M-руль гораздо красивее. А у AMG в рестайлинге руль просто шедевр. Возвращаясь к расходу,
И если провести сравнение между S63 AMG Coupe, который жрет в активном режиме на сотню больше 30 литров сотого, и вот на этом автомобиле, 200 км пробега которого я сжал тапку в пол, и он показывает 13,5 литров, то реально в поездке с тремя прекрасными девушками до Сочи можно забыть заправиться и где-нибудь застрять на серпантине. Я с тремя девушками в салоне не против. Одна длинная, две коротких. Что мы проверяем, Ефим? Ну, мы же говорили, что автомобиль для путешествия на дальние расстояния. Да. Если вы устали в дороге, вы сможете легко поспать. Мы с тобой разбираемся с универсальностью этого автомобиля, да? Конечно. Автомобиль универсален. Универсален. Можно спать. Да, он как бы обложил себя вещами по бокам. Я тебе так скажу, тут ровно 10 сантиметров, еще мои, например, лезут. Так что вот. Подожди. Вот, видите? Еще могу. Во, вот так вот. Радость моя, пошевели ножками. Это канал о машинах с Федором Ягудиным. Только потребительские тесты. Подписывайтесь и ставьте лайк.